Индийца Винаш, возможно, придумал выход из сложившегося в мире топливного и энергетического кризиса. Свою машину он заправляет не бензином, а биодизельным топливом собственного производства. Он сам химик и инженер. Решил, что лучшим сырьем станет то, что можно легко достать, включая отходы. Речь об использованном растительном масле. Это смесь биодизельного топлива, которое можно сделать из любого вида растительных или животных масел, и даже из отработанного кулинарного масла. Его очень много остается в Бенгалуру и других крупных городах по всему миру. Авинаш говорит, что его топливо намного дешевле и наносит меньше вреда экологии. Впервые он задумался об альтернативе бензину около 10 лет назад. Тогда он посетил технопарк в Бенгалуру, который был посвящен биотопливу. Я хотел сосредоточиться на некоторых альтернативных видах топлива, экологически чистых видах топлива. С апреля следующего года в некоторых регионах Индии начнут продавать 20% смесь этанола с бензином. А в 2025-26 годах продажи этого вида биотоплива расширят на всю страну. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.